Жители Торткудукского сельского округа обратились к главе государства. Они просят вернуть им акима, которого они избрали на первых сельских выборах 2 года назад. Они уверены, что его уволили, потому что все это время народный избранник не принимал на баланс некачественно построенные соцобъекты стоимостью свыше 1 000 000 000 тенге. Майшу Акбаева разбиралась. Такой короткой карьерой может похвастать редкий назначенный аким. Первый избранный народом аким Торткудукского сельского округа Алибек Онгунусов проработал 2 года. Он уверен, что после победы на выборах сразу пришелся не ко двору. Как итог, 11 объяснительных, 3 выговора и увольнение. С первого дня моего назначения столкнулся с проблемами и отсутствием поддержки и давлением от руководства города. Когда категорически отказался принимать объект на баланс, с нарушениями начали преследовать, требовать объяснительные проблемы. Избранный аким судится с подрядчиками, отказывается принимать на баланс несколько сомнительных по качеству объектов стоимостью более 1 000 000 000 тенге. Водопровод села Торткудук с дефектами и перебоями за 500 000 000 тенге. Неработающие водопроводные сети в селе Бушаколь, куда воду сейчас привозят железнодорожными вагонами. Центральная котельная после капитального ремонта за 200 000 000 тенге. Здесь 3 раза меняли котлы, а жители продолжают мерзнуть. Подъездная дорога, которую эксперты признали несоответствующей нормам, за 79 000 000 тенге. За недобросовестного подрядчика, кстати, ходатайствовал в суде заместитель прокурора региона. Наш аким работает 2 года. За 2 года работы нашего акима мы видим, какая жизнь вдохнута в наши села. У нас 100% освещение проведено за это время. Установлено видеонаблюдение. Сделана, асфальтирована центральная дорога в поселке. Мы же выбрали человека, мы доверили ему наш, не только один поселок. И мы будем бороться за то, чтобы наш аким оставался на своем месте и продолжал все свои дела. Подрядчик, которого суд признал недобросовестным за некачественный ремонт дороги, пожаловался на непримиримого сельского акима. В частности, на то, что он, внимание, преждевременно, без акта выполненных работ, выплатил ему 5 000 000 тенге. Алибек Онгунусов вину давно признал. Уже наказал бухгалтера и обратился в суд с иском о возврате средств. По рекомендации единой дисциплинарной комиссии для исполнительных органов города Экибастуза с учетом имеющихся ранее дисциплинарных взысканий аким Торткудукского сельского округа города Экибастуза Онгунусов А.Р. привлечен к дисциплинарной ответственности в виде увольнения с занимаемой должности. Акимат города Экибастуза. Уволенный аким уверен, что со своей принципиальностью многим стал поперек горла. Он обратился за защитой к главе государства. Коллективное обращение в администрацию президента также направили жители сельского округа. Между тем, в акимате Экибастуза обещают прямые сельские выборы, дата которых, впрочем, пока неизвестна. Майя Шуакбаева, Асхат Амамбеков, Павлодарская область, Первый канал Евразия.